Канал ВО с Юлией Ковальчук. Всем привет, мои дорогие подписчики и зрители. Ах, какой замечательный рецепт у меня припасен для вас сегодня. Это абрикосовое повидло, но с шоколадным вкусом. Ну что же, начинаю готовить. Для приготовления понадобится спелые абрикосы уже без косточки 3 кг, сахар 2,5 кг, по 200 г сливочного масла и какао, пакетик ванильного сахара и 1 чайная ложка корицы. Абрикосы пропускаю через мясорубку. Соединяю абрикосовое пюре и сахар, хорошо все перемешиваю. Ставлю кастрюлю на огонь. Довожу смесь до кипения и, помешивая, провариваю в течение 20 минут. Добавляю размягченное масло, ванильный сахар, корицу, перемешиваю до полного растворения масла. Продолжаю приготовление еще 20 минут, периодически помешивая. Постепенно добавляю какао и продолжаю приготовление еще 5 минут. Наливаю повидло в стерилизованную банку. Герметически закупорю банку стерилизованной крышкой. Абрикосово-шоколадное повидло имеет волшебный вкус, меру сладкое, с легкой горчинкой и с абрикосовыми нотками. Оно очень вкусно в качестве начинки для пирожков, круассанов и прослойки тортов. А можно просто намазать повидлом кусочек хлеба или булочки и наслаждаться украинской нутеллой. Так называют это повидло в моей семье. Приятного вам аппетита и сладких моментов жизни. До новых кулинарных встреч!